Винц, бог, принц, принц, принцы Богданова. Винц, бог, принц, принц, принцы Богданова. Центробанк выпустил банкноту в 2000 рублей. И там изображен Владивосток. Да, конечно, 2000. Да, недавно появился в сети отличный ролик про эту банкноту. Я видел, они там поют. Бьется родная в экстазе пылая Владивосток 2000. Уходим, наступят времена почище. Во-первых, это не относится, наверное, сильно к этому ролику. Лагутенко, красавчик, за 15 лет, или за сколько он написал эту песню, так в голову вбить Владивосток 2000, да, ну, талантливая, хорошая песня, что когда у них стал вопрос, а что изобразить на банкноте в 2000, 2000, 2000, Владивосток, а еще Владивосток 2000, конечно. Это круто, когда творчество влияет на вообще, на нашу жизнь. Ролик, понятно, что офигенски сделанный. Меня немножко смутило две вещи. Первое, это такая цветовая гамма азиатская. Понятно, что Владивосток это туда, и там все такое цветасто, вот это все. И немножко, что они взяли вот этот припев, понимаешь? Наступит времена почище, они все поют. Понятно, что это песня, понятно, что это цитата. И понятно, что, ну как, только, конечно, с этой песней надо делать такой ролик, это все очевидно. Ну, у меня немножко диссонанс. А то, что создан этот ролик, что взята песня, что сама Набиуллина там, в одном моменте ее не сильно увидеть, но она там в одном из, значит, этих прямоугольников есть. Это круто, что люди такого уровня, да, участвуют в такой игривой какой-то истории. Это очень заметный и крутой кейс. Принцип, принцип Богданова. Принцип, принцип Богданова.